Сегодня в Сыктывкаре вручили премии правительства Коми участникам и победителям конкурса инновационных проектов. Всего поступило 27 заявок. В финал вышли 13 работ. Все проекты основаны на научных разработках в области нефти и газовой сферы, а также инженерно-технических исследований. Некоторые работы практически готовы к внедрению в производство. В номинации «Лучшая научно-инновационная идея» победил проект «Русско-Коми онлайн-переводчик». Отдельная комиссия отметила разработку устройства УЗИ-обследования для диагностики и контроля лечения злокачественных опухолей. Проект, который мы сегодня представляли в рамках инновационного конкурса, является продолжением предыдущего «Будущее региона в руках молодого поколения», который был разработан на территории Ухты в 2014 году. Он явился необходимостью. Почему? Потому что мы видим, сегодня есть проблемы оттока молодых людей из республики Коми, из Ухты. А Ухта – это тот город, в котором большая концентрация промышленных предприятий. И сегодня мы очень нуждаемся в инженерных кадрах и кадрах рабочих специальностей. Победителям вручили дипломы и денежные премии от 50 до 100 тысяч рублей.